Молодежная редакция телеканала «УТРАР» – это на самом деле кузница журналистов. У нас тут все на самом деле. Уже много лет подряд вы смотрите программу с таким же названием. В ней мы рассказываем о жизни молодежи, о ее героях и проблемах. А готовим ее мы, молодые бойцы. Так мы себя называем. В каких случаях стендап обязательный? Можете мне сказать? Которые у нас кадры нет, но остались факты, да, или как? Не сказано, но у нас кадров нету. Можно, да. Или можно переход через стендап сделать на другую тему, да, в одном сюжете. Или еще экстренные ситуации, прямой эфир. То есть в прямом эфире мы сообщаем о происшествии. Вот видите, что значит профессиональная учеба? Она совершенно правильно говорит, но совершенно неправильно делает. Сегодня новый век технологий. С помощью смартфона мы можем связаться с человеком из любой точки мира. К примеру, мы выдаем прямые эфиры, комментарии экспертов, ну и, конечно,